Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Подписчик скинул видео блокчейн-бэкера, довольно-таки популярного криптоаналитика, активного инвестора в Ripple XRP, человека, который уже много лет занимается торговлей на рынке криптовалют. Его видео носит весьма провокационный характер и, видимо, весьма кликабельный тоже, ведь за сутки оно набрало 60 тысяч просмотров. Умопотрясающая цифра, русский крипто-ютуб об этом даже не мечтал. На самом деле это показательно, сравнивая статистики англо- и русоязычных каналов, я понимаю, что все-таки англоязычный мир сейчас интересуется криптовалютами гораздо активнее, чем мы. Причем в последний месяц их активность выросла значительно. Зная, что до нас тенденции и тренды доходят с опозданием, я могу предположить, что в скором времени нас ожидает такой хайп. Мы находимся у начала чего-то действительно большого для криптовалюты. Даже в трейлере, наверное, новогоднего фильма или что это, вставили отрывок с биткоином. Слушай, а что ты сказал? Что покупать надо? Биткоины. Кого? В любом случае, возвращаемся к блокчейн-бэкеру. Вкратце, он говорит, что так или иначе нас ожидает бум альткоинов. И все зависит от биткоина. Именно то, что сделает биткоин и станет триггером для взлета альткоинов, в том числе и Ripple XRP, который, по словам блокчейн-бекера, достигнет $13 за токен. Умопотрясающая цифра, но на самом деле, как я говорил в одном из своих видео, биткоин в 2017 году дал 20 иксов от предыдущего исторического пика. Учитывая, что Ripple XRP на пике достигал почти $4, $13 для него это не так уж и много. Давайте я покажу вам отрывок из видео бекера. Я покажу только важные моменты по теме видео, потому что, как это бывает у англоязычных блогеров, они очень любят поговорить о чем-то отстраненном, например, о своей семье. Почему бы и нет? Я потратил немного времени в последние дни на изучение графика цены биткоина, потому что биткоин часто рассказывает нам о том, что происходит с альткоинами. Очевидно, биткоин пытается преодолеть старый исторический пик, и большой вопрос, продолжится ли консолидация в ближайшие недели или месяцы, или же мы увидим долгожданное преодоление пика. Я могу показать вам кое-что интересное. Давайте возьмем момент предыдущего преодоления исторического пика в 2016 году и наложим его на актуальную ситуацию. Вы можете увидеть, что биткоин откорректировался на этот раз не так глубоко, как тогда в 2016. Также я смотрю еще на одну вещь, это уровень отката по Фибоначчи. Давайте нарисуем сетку от локального пика до локального дна. Мы видим, что цена биткоина отскочила и теперь приближается к уровню 0.7. Мы анализировали это много раз. Когда биткоин приходит к этому уровню, мы видим откат C в продолжение коррекции ABC. Вот так она выглядит обычно. Очень вероятно, что и на этот раз биткоин сделает то же самое. Мы сейчас уже очень близко к уровню 0.7. По Фибоначчи, оттуда обычно и происходит завершение коррекции ABC. XRP при этом тоже может откатиться, но я не думаю, что он добьется новых низов, максимум до 45 центов упадет. Почему нужно следить за биткоином? Потому что завершение ABC коррекции будет сигнализировать нам о начале очередного бума альткоинов, как это было в прошлом. Поэтому часть меня надеется, что биткоин таки разыграет этот сценарий. Если он это сделает, мы получим следующий вариант развития событий. Краткосрочная боль на рынке, а затем долгосрочные огромные прибыли. Но если он не откатится, давайте просто сравним весь предыдущий цикл с сегодняшним. Вы удивитесь, как все совпадает. Посмотрите, вершины совпадают. Когда биткоин упал, он нашел дно практически на тех же уровнях. Затем откат практически на таких же уровнях. Затем он опять упал, и все просто идентично. Одинаковые структуры. Суть в том, что если биткоин продолжит рисовать такие же структуры, это будет означать только одно. Нас ожидает большой взрыв альткоинов после большого взрыва биткоина. Мы видели в прошлом, что такие огромные прибыли альткоины показывали тогда, когда биткоин был практически у самых своих пиков в новом булране. Когда биткоин рванет и окажется где-то вот здесь, мы увидим большой взрыв альткоинов. В таком случае я ожидаю, что XRP может достичь $13. Ребята, вывод всего видео. Если сейчас произойдет еще один откат биткоина, это увеличит шансы на то, что альткоин-бум будет раньше, чем позже. Но если сейчас биткоин покажет параболический рост, в чем я больше уверен, у самых вершин его нового роста альткоин-бум будет неизбежен. Получается, что так и так, по мнению блокчейн-бекера, будет хорошо. И по моему мнению тоже. Альта будет взрывать еще больше, чем биток. А теперь давайте разыграем 100 XRP. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый конкурс. Да, именно конкурс, а не выпуск. И вы спросите, что за странный формат?
Я специально снимаю на камеры своего смартфона, чтобы ко мне потом не было претензий, что ты все смонтировал, что это все Photoshop. И я очень переживаю на самом деле, потому что нахожусь как будто бы на стриме, первом в своей жизни стриме. Обычно я вот за этим микрофоном сижу и чувствую себя в полной уверенности и в полной безопасности. Но на что не пойдешь ради того, чтобы все было по-настоящему. Живой формат, живой человек, между прочим. Я живой человек, да, некоторые пишут, что я нейросеть. Оно-то и не удивительно, ведь только нейросеть может клепать столько видеороликов. Нет, ребята, на самом деле человек тоже может. 3771 лайк набрали, а нужно было 3500. Но на самом деле, чем больше, тем лучше. Я вообще считаю, цифры какие-то невероятные. Я думаю, что наш канал — это один из самых топовых в этой нише. Я этим горжусь на самом деле. Мы проделали большую работу с вами. Давайте сразу перейдем к розыгрышу. Скопируем адрес. Я уже искал некоторые рандомайзеры, чтобы проверить, как это работает, чтобы потом не облажаться. Хотя, конечно, могу и сейчас облажаться. Ну, посмотрим. Ссылку я вставил. 1474 комментария — это наши участники. На самом деле шанс выигрыша достаточно большой. У того же Вилсакома здесь могло быть комментариев так под 100 тысяч, если не больше. Вот там, конечно, шансов вообще почти нет. Ну что, давайте нажмем эту кнопку все-таки. Пора. Вот такой автомобиль мы сейчас выиграем, наверное. Ну все, жмем. Нажал. И сейчас появится победитель. Или нет? Почему же ты не вставил свой адрес XRP? Сейчас бы выиграл. Давайте еще раз нажмем. Не повезло человеку. Ну-ка покажи. Вот, участвую. Адрес есть. Все дела. Денис Несмеянов. Давайте посмотрим, кто это. Интересно все-таки. Один подписчик у человека, а видео нет, каналы. Подписан на множество каналов, даже на мой второй канал подписан. Вообще молодец, красава. Ну, давайте ему отдадим 100 XRP. Кстати говоря, если тег понадобится, я в прямом эфире не смогу ему отдать. Сюда я уже загрузил 100 XRP. Давайте вставим. Какая там была у него сеть? Какая у него сеть была? А, у него была вот эта сеть, да? Не, вот это. Надеюсь, без... Да, без тега можно отправить. Точно такая сеть была? Ну-ка. Ага. Да. И отправить. Отправить. Понеслась, ребята. Все. Денис Несмеянов, напиши в комментариях под новым видео, под этим видео, которое я сейчас буду записывать и монтировать. А времени у меня очень мало, как бы мне успеть это все за час? Ребята, я напоминаю вам, что сегодня я закрываю предзаказ на свою книгу. Вы все еще можете предзаказать ее по ссылке в описании со скидкой в 50%. На днях я думаю ее, кстати, разыграть, поэтому следите за обновлениями. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, что там еще надо сделать. Сделайте вот это все, что там обычно блогеры говорят. На этом все, до скорого.